Топ-5 лучших смартфонов до 20 тысяч. Рейтинг 2024 года. Безусловно, сегодня этот ценник стоит рассматривать в качестве олицетворения бюджетного сегмента смартфонов. Здесь не будет сбалансированных моделей, у которых будет и хорошая производительность, и качество фото- и видеосъемки. Придется чем-то жертвовать, а значит, необходимо расставить приоритеты. Отталкиваясь от понимания этого вопроса, при составлении рейтинга лучших смартфонов до 20 тысяч мы рассматривали максимально разные устройства, чтобы удовлетворить интересы как можно более широкой аудитории покупателей. Надеемся, этот контент оправдает ваши ожидания. Приятного просмотра! Открывает наш топ-5 смартфонов до 20 тысяч модель с ударопрочным корпусом серии Ulefone Armor 21, которая поддерживает совсем неплохие камеры. В частности, поддерживает съемку видео в формате 2560 на 1440 точек с частотой в 30 кадров в секунду. Не менее важным достоинством является IPS-экран, частота смены кадров которого составляет 120 Гц. Разрешение дисплея 2408 на 1080 точек. За производительность отвечает процессор Helio G99. Одним из главных преимуществ является крупная батарея, емкость которой равна 9600 Вт. Этот аккумулятор поддерживает не только быструю, но и беспроводную зарядки, что характерно для более дорогого сегмента телефонов. Следующим следует настоящий хит продаж – модель Poco M6 Pro с поддержкой высококачественного звука и яркого экрана. Последний получил частоту смены кадров в 120 Гц и хорошую AMOLED-матрицу. Звук соответствует сертификатам Dolby Atmos и Hi-Res. За производительность отвечает процессор Helio G99 Ultra, выпущенный компанией MediaTek. Мощности этого чипа вполне хватает для игр и даже требовательного софта для мобильных телефонов. Основная камера ничем примечательным не выдается, но соответствует ценнику в 20 тысяч. Ведущий сенсор получил разрешение в 64 мегапикселя. На восстановление батареи на 5000 мАч в среднем необходимо 44 минуты, ведь мощность зарядки составляет 67 Вт. Солидным бонусом является защита по стандарту IP54. Рейтинг смартфонов до 20 тысяч пополняет еще один уникальный противоударный телефон серии Blackview BV9300. Отметим, что этот внедорожник имеет лазерный дальномер и функцию расширения оперативки до 12 ГБ. Учитывая еще и наличие процессора Helio G99, сомневаться в высокой производительности явно не приходится. Экран с Full HD разрешением поддерживает частоту смены кадров в 120 Гц и яркость в районе 500 нит. В состав тройной камеры входит сенсор Samsung GN1, который выдает неплохие фото в связке с фирменными алгоритмами формирования фото. Емкость батареи составляет 15 080 мАч. Этот аккумулятор поддерживает зарядку в 33 Вт. Не хватает только функции пауэрбанка. Позицию экс-лидера в нашем списке бюджетных смартфонов пополняет модель Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G, поддерживающая отличную камеру и экран. Начнем с наличия сенсора, разрешение которого составляет 200 мегапикселей с поддержкой оптической стабилизации. Согласитесь, далеко неплохая камера для этого сегмента. Дисплей лишен негативного влияния синего цвета, хоть и работает на AMOLED-матрице. За производительность отвечает процессор среднего уровня под названием Helio G99. Аккумулятор имеет емкость в 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку с мощностью в 67 Вт. Лучший смартфон до 20 тысяч 2024 года – модель Poco X6, которая даже визуально напоминает версию Redmi Note 13 Pro 5G, но характеристики отличаются. В частности, здесь в состав камеры входит сенсор на 64 мегапикселя. В целом, камера хорошая для своей стоимости. В частности, это касается съемки видео. За производительность отвечает чип Snapdragon S7 Gen 2. Учитывая еще и 8 ГБ оперативки, мощности вполне хватает для современных игр. Экран смартфона работает на AMOLED-технологии и поддерживает
поддерживает частоту смены кадров в 120 Гц. Яркости хватает для работы с такими стандартами, как HDR10+ и Dolby Vision. Еще одним достоинством телефона является хорошая батарея, емкость которой 5100 мАч. Этот аккумулятор поддерживает 67 Вт. Надеемся, этот рейтинг был полезен. Подписывайтесь и следите за новыми видеороликами.